Одно из первых образовательных учреждений Химок – школа номер 8. Сегодня преображается. В здании делают ремонт. На этот раз обновили кабинет ОБЖ. В школе почти 20 лет существуют кадетские классы. Под руководством ветерана интернационального движения Виталия Комарницкого ребята становятся десантниками. Летом на сборах прыгают с парашюта, на дополнительных занятиях проходят теорию. Успехи ребят отметила администрация округа и выделила средства на ремонт кабинета. Плюс к этому будут еще поставлены дополнительные тренажеры, будет закуплена мебель, где бы мы могли выставлять виды вооружения различных стран, стеллажи для хранения парашютов, не знаю, получится или нет, и интерактивный тир для улучшения навыков по стрельбе. В распоряжении ребят уже есть электронный лазерный тир, десятки противогазов и манекенов.